Понравилось? А то. Можем заняться настоящим делом. Давай, значит, Добрый. Ты узнал подробности у фиксера. Работа ждет. Я готова. Ля, смотри, она у нас что-то приоделась, типа, да, какая-то он фифа стала, в кожаночке бегает. Подожди, а ботинки мои вот эти, которые... А, так у меня так их и нету до сих пор, да? Требую уровень 2. А уровень, ну, наверное, он еще не качается или что? Лифт, это работает. Пошли. Какие-то штучки-дрючки. Торс вверх. Блин, ну на самом деле я не понимаю, какой смысл от этих шмотов всего, да, если ты не от третьего лица играешь, потому что нихрена не видно, что напялено. Насколько крута вся эта броня. Это что такое? Ты не подбирай. О, что-то есть. Наручники. Понял. Подкатов, я так понимаю, здесь есть. Но они какие-то топорные немножко. Опа! Красиво. Сейчас я тут все обыщу. По красоте. Хоп-х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 оп. В смысле атлетика? Подожди! Тут прокачка скиллов. Бегаешь, качаешь скилл? Входящий вызов, Тибака, ответить. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радара. Похоже, ее похитили. Био кто? Возможно, биомон? Она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Команда, Джеки прав. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Надписи в лифте. Блин, ну... Что здесь читать? Ничего интересного. Вообще ничего интересного. Просто какие-то каракули. Так, а что такое? Карты. Мусор, понял. Черт. Виниловая пластинка. Тоже мусор. Понял. Ну я все подбираю, я ж бомж. Давай быстрее, Ви. Отскок. Мгновенно восстанавливает здоровье, затем 3 здоровья в секунду. Хилочка. Так, а пушку-то как достать? Номер 1237. Угу. Цель должна быть. А можно взломать? Я не вижу ее биомон. Нет, что-то не выполнено. Хоть бы она была жива. Ненавижу играть в спасателей. А, это не ты. Тормозите. Уйти отсюда. До свидания. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Конечно. Вообще без проблем. Взломать дверь. Зайти... Что, через таб? Или как? Дверь. Открыть. Здравствуйте. Не высовывайся. Опасная зона. Ой. Что-то подобрал. Мне бы какой-нибудь скилл, вот нахождение предметов бы еще, чтобы они мне подсвечивались издалека. Было бы здорово, на самом деле. Подожди, я лутаюсь, отстань от меня, друг. Главное, это лут, всегда. Это что за нафиг? Ёб твою мать, и это сиська. Да что его проверять-то? Тут все херово явно. Прям совсем все херово. Сандра Дорсет, корпоративный иммунитет 2 уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. А что с ней дальше такое произошло-то? Что-то нездоровое совсем. Давай быстрее, Ви. Да иду я, иду, иду. Тоже взломать? Нет, нормально. Ви, не спать. Пендехус. Убери его по-тихому. По-тихому? Ну, стелс это не мое. Ну ладно, 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 так и быть. Блин, надо саундтрек скачать. Прикольный музончик такой. Я бы его где-нибудь на репите бы послушал. Цензурой. Да без. Какой цензурой? Точнее, ну она по умолчанию выключена и все. Я как бы, я не виноват, она выключена была и все. Я ее не включал. А в чем проблема? А надо, да? Все у нас хорошо, все у нас по кайфу.
Ой, что-то я подобрал. Макс Док. Не успел прочесть. Тупой скальпель. Внимание, новые тела на подходе. Они новые тела на подходе, понял ты. А чё они не дохнут? Ну, короче, в жопу реализм. Я им голову разбиваю, они... Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Да понял, понял, подожди. Блеши, паскуд! Изи. Изи. Так, что у нас тут имеется? Взять. Какие-то брюки. Тихо. Кто что? Ты, да не ори ты, а подожди. Краткоствол. Ага, ага. Это что такое? Копперхед. Давай, давай. Все поднять. Все, все, все захапаю, твары. Что такое? Кто-то красный. У твою мать, ты кто? Надо хильнуться. Поехали. В его комнате есть выход на балкон. Куда он делся? Слева от вас. Подожди. Я не вижу. Я не вижу, в кого я стреляю даже. Ну ладно, неважно. Все по кайфу. Так, тут еще какой-то пистолет. Тут какие-то боеприпасы. Ага, ага, ага. Сколько ж тут лута-то тебя колотить? Еще какая-то хрень. Так, допустим. А, боеприпасы для пистолета, понял. А где у меня показаны вообще, сколько у меня боеприпасов есть? Или у меня бесконечный пистолетик начальный? Не ясно, на самом деле, до конца пока что. Хорошо, сейчас я здесь все еще обыщу. Я же здесь вроде ничего не пропустил, кажется, да? Как? Нет, пропустил. Еще как пропустил. Так, что? Что? Что мне надавали? Давай смотреть, значит, что это? 62 урона в секунду. А, так у меня у пистолета 60. А, винтовка. 50. Ну давай как двуствольное ружье возьмем. А сюда возьмем вот это вот копперхед какой-то. Ну, выглядит прикольно. Требуется второй уровень. Что-то интересно. Армированная синтетическая куртка псих. Уровень, ну, начал качаться, кстати, левел у меня потихоньку. Здравствуйте. Сейчас мы тут вот это вот, что это? Регулятор боли и уровень смертности. Новый чип. А подождите, это ж чипы, да? Это чипы, а это импланты, значит. Я правильно понимаю? Операционная система. Нет модификации. Нет, чипы это не то, это что-то другое. Улучшение. А что такое чипы? Я не очень понимаю. Параметры. Рюкзак. Компоненты скрипто. Мусор. Все предметы. Вот, подожди. Что за чипы? Что я поднимаю? Такой чип для кибердеки. Это штука, наверное, для взлома, и она, наверное, одноразовая, я правильно понимаю? Скорее всего. Наверное, что-то такое. Что-то мне вот подсказывает. Где-то в глубине души есть такое ощущение. Шваб-шваб, кетчуп. Шваб-шваб-шваб. Шваб-шваб. Шваб-шваб. Допустим. Так, патроны. Совершить быструю атаку. Что такое быстрая атака? А, понял. Ебать! Спасибо. Какая тварь. А сколько у меня... Вот где пишется, сука, патроны? Вот. Я вот не вижу, например, где написано патроны количество. Хоть убей. Даже примерно не вижу. Так, баксы. Еще какие-то чипы. Допустим.
Применить. Подожди, применить. А, это надо взламывать, да, сейчас будет. Давай сначала сюда выйдем или нет? Не выйдем? Еще какую-то курточку дали. Применить. Сеть. Путеводитель. Нет. Сообщение. Игрушки. Хороший улов. Рука от Зетатеха. У нее проверка ID, но мы заказали кряк оптики с захватом цели от Милитеха. Не знаю, откуда она у этого нищеброда. Регулятор гормонов от Арасаки без проверки ID. Еще всякая мелочь. Оптические калибраторы, косметический реал скин. Чего? Свежее мясо — это разные сообщения, нет? Мы не забываем, ты покойник. Пизда тебе. Окей. Окей, ладно. Как скажете. Господи боже. Такие кого-то убили, да? Это где? Пиздец, Ви. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. А, но это... а вот девушка. У меня внутри все переворачивается. А. Смотреть. Шпоинг. Это она, наша цель. Ну, видимо, что-то у нее пошло не по плану в жизни. Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Посмотреть на биомонитор. В ванне еще тело, если что. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышала, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Давай. Подключаюсь. Ой, а как это? А... Это из руки... Сандра, 29. Здравствуйте. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Щепка. Так если мы сейчас... Алло, если мы сейчас вытащим эту хрень, сюда примчатся ублюдки, и нас будут убивать. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи... 180 секунд. Ага, пора бежать. Пора бежать, нас завалят. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Прикрой меня. Поднять девушку. Она чё? Уходит! Кто? Ви, что у вас? Инжектор! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика! Выноси ее отсюда! Давай. На балкон, да? Давай, выноси ее на балкон. А нас не заметут эта группа-то захвата, что мы типа с ней все это сделали? На балкон. Куда на балкон? Сюда? Братишка. А, вот. Понял, все понял. Заметут. Пожалуйста. А, положить. Ага. 5 шагов назад. Быстро. Сука. ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70.
А спасибо там, пожалуйста, еще что-нибудь, нет? До свидания. Тоже мне. Фу, блин. Уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Круто. Так, ухожу из эфира. Руки до помыть? До скорой встречи. А вот этого чувака не надо проверить? Вот тоже какой-то богатенький ублюдок, наверное. У меня свидание с Мисси. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как обычно. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Давай, поехали. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Что-то надо нажать? Ну, давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. В чем смысл игры, я пока не знаю. Меню телефона открыть. В Акака. Позвонить. В Акака. В Акака Акага. Акага в Акака. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Относительно. Относительно. Мы передали ее травме. Они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. А, окей. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь... Репутация плюс два. Так, а левел мне ни хрена не дали при этом. Ну какого лешего, спрашивается, а? За такой квестик-то. У меня, кстати, пулемет в руках, если что, до сих пор. Не знаю, куда она его ныкает. Отслеживать задание. Z. Ну, я нажал Z. Окей. Город как город, только большой. Нет, Чика, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смэшер. Тут рождаются легенды. Куда мы едем? Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Точно, блин. Мне кажется, или... Я не знал. И мы по всему этому городу сможем ездить? Мне нравится это. Совсем не нравится. Это они! Тихо. Да похерься, дура, ты чё? А чё? Подожди, в смысле? Это вот эти ублюдки, да? Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Угу. Тим Гадлви. Не нравится мне. Да совсем не нравится. Это они! Их автопута! Дави на газ, Джеки! Нормально! Не могу, Вити, нормально! Да я не могу в машину залезть, дура, блин! Ой, какая же ты дура. Там написано было два раза альт нажать, чтобы в машину обратно залезть. Так она не залезает в машину обратно, ни хрена вообще. У нее пушки меняются почему-то. Мне кажется, какого я... хрена? Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гадлви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! И Костер Пута! Дави на газ, Джеки! Иди сюда, ублюдок. Готовься. Не могу, Витя, нормально! Кто еще? Давай. Ой-ой-ой, плохо, больно, стой. Нормально! Следующий. Еще едут?
Испортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. They say I'm insidious, bitch, you hideous. Fuck this city, I'm good. One scrape from the grittiest, still delirious. Fuck this city, my hood, my slum, my turf. Сложность максимальная. My woods, my wrist, my back, на максималку? Блин, я не знаю, честно, как вот это записи выкладывать на YouTube, потому что там все стримы забанят нахрен. Ну, все видео забанят с этой музыкой. Это очевидно абсолютно. Поэтому вряд ли это что-то на YouTube будет. Блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье! А я хочу в этой штуке покататься, можно? Серьезно? А что во мне такого особенного? Мадам! У вас доброе сердце. Только тот, у кого добрый. Ага. У меня памяти недостаточно, к сожалению. Блин, ломануть бы его, а? Чтобы он завалил всех ментов. Было бы забавно. Ну ладно. Да ладно, своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Пропустите нас, пожалуйста. Вы сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Ну, пожалуйста, но пропустите нас. Больше спасибо. Не пропустим. Ладно. Какая милаха. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Мадам. Ты умеешь быть вежливым. Ты ей понравилась. Да, понравилась. А точно, ты ей да. понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный. Дорожу отношениями. Это что такое за звезда там была? Ладно, потом посмотрим. Кого-то грабят, судя по всему. Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так. Макс Так. Вызывает только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на одежду. Все, спектакль окончен. Это значит, что, видимо, самые крутые на пятизвездочные менты, да? Вместо фибов или военных. И колотить у них там какие-то штуки-дрюки. Есть функция отключить лицензированную музыку. Звук. Звук. Включение звука обнаружения. Включение... А, выключение лицензированной музыки. А это... Ну, давай попробуем, ради прикола. Видимо, это не нормальная музыка. Окей. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Зачем? Ну я же на ютубике хотел еще на ютубике, на ютубе врубать записи, хотя бы какие-то. Чем без хорошей музыки? Вот музыка играет, все нормально. Ничего не изменилось абсолютно. Что так переживаете сразу? Увидимся, братишка. Передай привет Мисти. Передам. И я остался без тачки. Вернуться домой. Давай что-нибудь лутанем сначала, да? Новый уровень. Блядь. Создание. Чего? Сила, атлетика, уничтожение. Что такое уничтожение? Не знаю. А хладнокровие — это скрытность. В жопу скрытность.
создание. Инженерное дело. Ё-моё. Вероятность критического попадания увеличится на один урон. Давай реакцию. Ой. Ой. Прицеливание при стрельбе из винтовок. Прицеливание сейчас на 10%. Урон. Пистолетов-пулеметов. Так, быстрый удар на 50% больше урона. Вероятность критического попадания при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов из-за укрытия повышается на 10%. Ой, ёптую мать. Прицеливание. Урон при стрельбе из винтовок повышается на 3%. Зажать, чтобы получить. Давай. Ой, закрыть. Хорошо. Так, стоп, мы теперь можем одеться, да? Смотри, у нас теперь есть курточка. Ля. Куртяха, значит, шляпа. Че? Кого? Зачем? Ботинки покруче, да? Однозначно покруче. Штаны. Штаны, кстати. 3,5. У меня круче. Хорошо. Лицо. Лицо мы ничего не можем одеть. Особая, я не знаю, что это такое. Особая одежда какая-то. Пистолет Unity. 62, 50, 50. Это все фигня полная. Ладно. Ну, типа мы ее приодели слегка. Я не понимаю, как шляпа добавляет единицу брони. Даже не спрашивайте меня об этом. Я, наверное, не хочу знать вообще в принципе. Это новости на 54-м. Я Джиллиан Джордан. И вот что сегодня происходит. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый... Чебак, как ответить? Да. Забыла сказать. У знакомого Нитранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Нитранер — это кто? Чебак дал вам поручение, которое станет первым шагом что-то в развитии нейтронных, нейтронных штук каких-то. Чипуйся. Давай. Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Спасибо, поговорить. Итак, пацаны. Эй. Что это? А, 10 баксов? Да пошел ты. Короче, братан, вполне. Закрей, братик, Павло. Пока что. Ничего так, нормально. Сойдет. Вполне. Игруха, как игруха, да. Спасибо за донатик огромный. Так, нет, мы здесь не пройдем, а что там происходит? Ага. А что у них там сейчас? Давай потом. У меня и так проблем. Там сейчас секис будет, судя по всему. То есть ты стесняешься? Ебать ты тупой. Ебать ты тупой, а? Ладно, перевод хороший. Сойдет. Что у нас тут есть интересного? Взламывай все. А что мне взламывать? Я даже не знаю пока сейчас. Пина что-то там мне дали. Пина Калида или что там написало. Вот эту штуку я могу подобрать, смотри, вот эту вот. Нет, не могу, по-моему, могу. Не, наверное, нет. А что мы можем взломать? Давай подумаем. О, могу взломать. Отвлечение врагов. Огнетушитель. А что, думаете, стоит, да? Попробовать? Типа, скилл будет качаться или что? Взломано. Ой, а что это? А что это? Нет, я ничего не могу взять отсюда. Взломано. Бурито. При взломе падает какая-то фигня, которую поднимать даже нельзя. Двери можно взламывать, но вот эти двери закрыты, например. Тут что-то валяется. Что это? Что, проблемы? Да не проблема, я бумажку хочу взять, подруга. А она почему-то не берется. Может быть, вот это можно взломать тут? Да нет. Нет, это автоматы обычные, все фигня полная.
Хорошо. Смотреть в зеркало. Подруга, ты у меня не была лысой. А что она лысой-то стала вдруг? А когда она успела облысеть? Включить воду. Давай. Да? В одежде. Понял. Ладно, ясно. Хорошо. Ну, это нормально, в принципе. Это же мир киберпанка, да? Смыть. Ага, окей. Спать. Нет, спать нам не надо. Подожди, у нас тут... Май. Ваш тайник — это защищенное хранилище, которое доступно во всех ваших убежищах и транспортных средствах. Если вы положите вещи в багажник автомобиля, то сможете достать его из тайника в своей квартире. Как мило. Ладно, я пока это не буду ничего никуда перекладывать. Я продам эти все пушки голимые. Куда-нибудь, кому-нибудь. Лечь спать. А мы можем тут еще что-нибудь подобрать интересное? Например, натуральная вода. Например, свежие брейн-дансы какие-то. Карты. Сесть. Куда музыка делась? А куда? Посмотреть. А, это телек. Ладно, ясно. Встать. Парик нельзя одеть. Да, она у меня как бы и так бы не была лысая. Это какой-то баг, видимо. Сейчас еще раз посмотрим. Типа она опять будет лысой. А, опять лысая. Я не знаю, как это работает, честно говоря. Какая-то фигня. Странная очень. Так, ну давай спать. Лечь спать. А, шляпу сними, думаете? Возможно, да. Ладно, фиг с ним уже. Акт первый. Все в норме. Что делать? Ой. Ой, смотри, какие-то... Взять все. Даже если нет. Подожди, у меня тут что-то новенькое. Во-первых, у меня тут... А у меня сколько брони? А, у них у всех. Давай бейсболку оденем. Твою мать. Какая же ты страшная-то, а? 9,9. Тут все 9,9. Ля. Что за дичь? 3,5. А у меня 3,9. А, вот 5,9, так, шорты. Ой, блин, подожди. Так, тут 5,9, тут они все 5,9. Это зелененькие какие-то. Ой, что за твар? 5,9, 9,9. О, смотри, куртяха 9,9. Ага, ну допустим. Ля. Ой, какая жесть, а. Как это развидеть? Я, кажется, так, что-то ладно, подцепила что-то, да? К биомону корпоратки. Возможно. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Давай. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. О, здесь открылась дверь. Чё это? Реджина Джонс, ты кто вообще? Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Что это такое? Почтомат. А, это можно отправлять куда-то. Если о, тебе нужна продать работа, мусор, подожди, стой, стой. Да, продать мусор, Джей. На 48 баксов. Да, да, я согласен, почему нет? Как ты меня нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Открывайте. Я ее коллекционирую. Нам позвонили. До связи, Ви. Так, менты там что-то офигевают.
Ага. Давайте здесь полазим еще, посмотрим, может здесь что-то интересное есть. Не знаю, вот это что? Пендеху. Тут должны же быть какие-то штучки. Макс сдох, вот, например. Хилочка. Ритуальная чаша. Так, и мне просто понять, насколько мусора я сейчас подобрал. Например. Да? Так вот. Продать. Продать мусор, Джей. На 9 баксов. Ясно. Вообще ни о чем, грубо говоря. Так, давай продадим вот эти вот 53, вот это вот все дерьмо. Мы можем это продать? Как мило. Как мило. Так, продал дерьмо, да? Так, вот это давай продадим. Шляпу, например, вот эту вот. Панамка, она меня вообще выбешивает. Дерьмо из жопы какое-то. Так, вот эти, вот эту хрень, вот эту хрень. Вот эту хрень. Вот эту. 3,5, 3,5. А у меня что за штаны? 5,9. До свидания. 9,9, 9,9. Вот это. И вот это, допустим, да? Ну, типа напродавал. Так, тут еще ниже уровень есть. Ой. Встретиться с Джеки. А, он там вообще. Падай, сука, давай! Что? Тебе помочь, братан? Как дела? Да почему я не могу подобрать эту хрень? Мне это бесит. Тут половина вещей, которые валяются, они не их нельзя поднимать. Я не понимаю, почему. Хотя они светятся. Никаких мыслей. Карпы, мать твою, дерьмо. Наверное, перепутал. Пять лучших работодателей Найт Сити, допустим. Допустим. О, это кто? Это мой новый мальчик для битья. Только что надрал мне жопу, засранец. А мы, тут может соревнования какие-то есть? Давай, давай. Давай, изи. Давай. Давай попробуем. Легче на ногах. Голова все время в движении. Тихо. А, все что ли? Не думала профессионально заняться. Я выиграл. Могу тебе устроить пару боев. Насчет боев. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Угу. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодно для кого? Для меня или для тебя? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Желаешь нажиться на моих трудах? Я буду надрываться, а ты эти грести. Ну, надо же мне как-то вертеться. Зато я тебе говорю честно, как есть. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатку, выходишь в финал. Все ясно? Все ясно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Капуке. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Окей. Что есть на продажу? Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Так, двуручная дубинка, гайстый ключ, лучшее снаряжение. Говорит, ни хрена у них урон. Охренеть у них дамаг, слышь? Слышь? А, ну и цены, соответственно. Подожди, вот катана, да, 197. Стоит 12 тысяч. Охренеть, у меня 2 тысячи есть. А может, что-нибудь прикупим? Может, какую-нибудь катану купим? Смотри, 140 урона. А дубинка есть 143 урона. Не смертельно.
А, зачем мне не смертельно? Мне нужно смертельно. Давай катану купим. Продать мусор. Так. Окей, стоп. А как мы, как одеть эту штуку? Допустим, если мы вместо двустволки его возьмем, мы можем это сделать? Можем. Окей, по кайфу. Мне нравится. Блять! Подожди, я могу убрать оружие? Как его убрать вообще? Кулаки давай пока сделаем. Йоп, давай иметь. Окей. Школу кота качай. Сейчас посмотрим, что здесь еще есть интересного. Так, ты кто? Покажи. Ну, а, показывай. Пушки, наверное, продает. Показывай, давай, 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 давай. Что тут? Кого тут? 62. Нет, а, 62 это мои. 66. Да я думаю, мы сейчас на заданиях что-то поновее найдем. Ослабление, модификация. Уменьшает урон от врага, по которому вы попали. Ёп, твою мать. Открывает возможность смертельного попадания. Позволяет вам наносить врагам урон, не убивая их. Зачем? Я великий убиватор. Я всех хочу гасить. Я хочу, чтобы они страдали. Двуствольное ружье. 73. Так, ладно, хорошо. Пока ничего не будем покупать, ничего не будем делать. Я не жалею. Нет ничего дурного в стремлении к совершенству. Угу, действительно. Сейчас мы здесь еще полутаем быстренько. Может, тут что-нибудь интересное будет. Так. Че? А, оказалось. Ой. Что? Нет. А дверь-то, может, какую-нибудь можно взломать где-нибудь, а? Куда-нибудь, какую-нибудь секреточку залететь? Нет тут такого? Случайно. О, лут. Бинты. Не, нифига тут нету. Пистолет забыл у Уилсона. Какого Уилсона? Какой пистолет? Чего? Почему я его забыл? Вот, смотрите, здесь что-то золотое. Я могу взломать это? Нет, я не могу ничего взломать здесь. Грустно. Какого Уилсона? А, вот этот что? Так, стоп, подожди. Нет, вот. Стой, что? Это вот это оно? Ага. Вот, взял. Это вообще не Уилсон, это Фред какой-то. Катана у меня есть в хранилище, разве? Что-то не припомню такого. Ага. Так, а вы кто? Здрасте. Как с тобой поговорить-то? Ой, пошел в жопу, нет, сейчас они мне еще стрелять начнут. Ну их нафиг. А мы можем их завалить, слушайте. Забрать заказанный пистолет у Уилсона. А, все, пардон. Ну, показывай. Так я не очень понимаю, какой заказанный. Это вот этот, что ли? Угасание но... А... Наверное, он. А, да. Вы получили культовый предмет и документацию, которая позволяет создавать более качественные версии этого предмета. При создании каждой новой версии старая уничтожается. Культовые предметы можно улучшать так же, как и любое другое оружие или предметы одежды. Так вы сможете повышать его уровень и показатели, чтобы пользоваться им на протяжении всей игры. А-а-а. Большое спасибо. Ни хера непонятно, но очень интересно. То есть мы вот вместо вот этого берем вот этот. А создание, наверное, улучшение, да, смотри. То он. Для того, чтобы его улучшить, мне нужно 6 батареек каких-то вот, вот зелененьких. Найду батарейки, смогу улучшить. Как интересно. Прицел можно вставлять, модификацию ствола еще можно вставлять в него. Как интересно. Мы это обсуждали.
Мы можем сохранение сделать? Новое сохранение. Игра сохранена, спасибо. Именно. Любая незаконная деятельность, например, кража или попадание на горожан, придет к тому, что полиция найдет и объявит вас в розыск и вышлет патрульно по месту преступления. Тяжесть вашего наказания будет пропорциональна размеру награды за вашу поимку. Ага. Я тебя знать не знаю. Тихо. Это что за камни там появились, слышь? А, еще сзади пришли. Ёб твою мать, не забей. Не, забей, забей, забей. Ты что, не-не-не. Ментов валить — это хреновая идея, я тебя понял. Слушай, а можешь их отвлечь можно? Я-то смогу зайти туда и что-то там подобрать. Заберу своих. Мы можем их отвлечь? О, да, мы можем их отвлечь, смотри. Давай. Блин, ну я только одного отвлек, облом. Ну блин, ну камон. Давай еще раз попробуем. Чуть-чуть, вот чуть-чуть буквально попробуем, на пару шишечек. Отстань. Ёб твою мать, что за херня? Кто-то здесь. Нахрен пошел отсюда. А, тут... Ай, сука, сейчас, подожди, я вас всех раскидаю. Ща. Ну, интересно же. А вдруг их можно здесь всех завалить и... что-то крутое найти? Это забавно должно быть, как минимум. Где они здесь стоят, эти ублюдки? Я не понимаю, они где-то здесь ныкаются. Сука, да что за дерьмо? Зовите копов, конечно. Что-то он сюда не идет, смотри. Я тебе ничего не сделал. Не трогай меня. Нормас. Вообще по кайфу. Где ублюдок? Свободен. Следующий. Живучая гнида. Егать ты живучий! Пошел нахуй! Еще раз. Сейчас. Все будет нормально. Экшон пошел. У меня есть цель, я иду к ней. Преступление, понял. Насрать. Ой, меня убили, блин. А, ладно, хрен с ним, все. Видимо, все-таки не сейчас. Я когда еще кого-то убиваю, появляются звездочки и приходят новые, и, видимо, это, да, это... Видимо, не сейчас. Жалко. Хотелось кого-нибудь завалить. Непреодолимое желание убивать ублюдков. А, услуги, вход. По предзаказу ничего не присылают на почту, но я пока ничего не видел, честно говоря. Должны что-то прислать были, да? Пока ничего не было. Спонсором фестиваля является корпорация Arasat И, что не может не удивлять, сама Ханака Арасака сообщила, что лично примет Ханака Арасака, как мило. Здравствуйте, ты кто? Не Джеки явно.
Здесь ничего не валяется. Супер полезного. Мне нужны зеленые батарейки. Я хочу грейдануть ствол. Очень хочу. А я не знаю, как ствол убрать. То есть альт это... Я не знаю, никого ствол на самом деле не смущает абсолютно. То есть я бегаю. Это нормально. Ну как бы ствол и ствол, и хрен бы с ним. Лицо, заклеены квадратные очки. Опа, опа, мы на лицо что-то нашли. Давай наденем снаряжение. Опа, маска, вот она. 4 брони. Ля. Я не понимаю, как очки могут добавлять брони, уж тем более это шапка бейсболка. Но тем не менее броня растет. Хорошо. Опа. Блин, охренеть, тут сколько лута всякого. Что это? Заявка на расследование. Полиция заплатит вам за помощь. Что? Что я сейчас сделал? Тут за углом такая бургерная, пальчики облизываешь. Как я это открыл вообще? Ну чё? Как? Как я это открыл? Завалить тварь. Ладно. Здесь тоже наверняка что-то есть. Может быть, здесь батареечки живут, нет? Ты список заданий с карты. Как я его открыл? Г, Д, Джей. Джей. Основные задания, второстепенные задания. Еб... Карта. А я где? А это я зелененький. Почитай. Ёб твою мать. А... Окей, ладно, хорошо. Здорово, братишка. Так, я слушаю. А, вот и ты. Блин, сейчас бы какой-нибудь лапшички вкусный. А вот и наша звезда. Черт, вот это что? Вот это что? Вот это, вот это вот. Вот это вот. Ты говорил, у тебя есть для меня сюрприз. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Так, ну, что за работа-то в итоге? Что за работа? Мы хоть живыми вернемся. Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сама понимаешь, все теперь зависит от тебя, Чика. Значит, придется... А что зависит от меня? Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви... Кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезно. То есть выбора у меня нет. Декс, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но Декстер — это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я разбираюсь в фиксерах. Я вообще не понимаю, кто такие фиксеры. Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей путь длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официантка, которая принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить,
Но бизнес есть бизнес. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, так. Чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Спасибо, мило с твоей стороны. А чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство, используйте В. Как мило. Мигель уж для меня. Это как плотва будет проезжать? Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Поехали. Посмотрим, как она бегает. Погнали. Так, поговорить с Джеки. А, вот тачка, кстати. Уф. Куда едем? Салон такой себе, на самом. А как от третьего лица сделать? Подожди. Сменить вид Q. О, да. Пошли в жопу. У меня свидание. Ля. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня. Сука, вот тачка топорная. Прошлая лучше была, на самом деле. Что это такое синенькое? Что это такое синенькое? Хочу синенькое посмотреть. Что-то интересное синенькое. Выбор мест назначения. А-а-а, это, наверное, ну, путешествовать. Что-то такое, да? Ну да, да, типа быстрое перемещение. Понятно. Ясно, но это было очевидно. Так. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Это у нас что? Это у нас еда обычная, это все фигня. А ну брысь. Там какие-то желтые чуваки непонятные. И у них что-то там лежит, смотри. Ладно, хрен с ними. Шо? Иду, все нормально. Своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам. Привет, Ви. Здрасте. Вектор тебя ждет. Сейчас я вас тут грабану немножко. Пока посижу. Нам с Мести надо поболтать. Угу. Я так понимаю, здесь на краже вообще плевать, да? То есть, просто собираем все, что видим. Очень хороший заказ от большой шишки из посмертия. О, болтай. Это будет что-то опасное? Ой. А это что такое за штука? А, это можно наверх, наверное, залезть. Ну ладно, мы пока по квесту. Вы это нарочно? Слышь, малой, не звезди. Так. Установка киберимплантов – популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Новые Привет, возможности. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Уйо. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепило. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Угу. Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя. Да, сейчас вылечим. Подожди, я полутаюсь. Ну, вообще, как дела? Ви? Опа. Сейчас, подожди. Мне кажется, у тебя здесь где-то батарейки лежат, я практически в этом уверен. Минуточку. Я вот прям чувствую, что здесь есть батарейки, снаряжение, что там надо сделать-то вот это... Нет, создание вот, улучшение, так. Блин, не, ни хрена, ни одной батарейки не нашел. Сейчас, вот это что, что-то было. Сука, как же паршиво. А-а-а, тут можно вот еще залезть в сообщение, опаздываю. Биотехники. Допустим. И что там дальше? На чем я? А, точно. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Хочу прокачаться. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. К
Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Синенькая вон, кстати, что светится наверху. Я заплачу, когда выполню заказ. У меня есть деньги, 21 тысяча, у меня нет денег. Не нуди, Вик, я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Ну давай, последний раз, давай. Ой. Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Угу. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. А, это в глаз? Что? Подключайся. К чему? Кироши. Не слишком шикарно. Я не успел выбрать. Подключись, Лана. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Киберимпланты — это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях. К 2077 году установка имплантов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства. Ее могут проводить только специалисты-риперы. Ну, да, хорошо. Оптическая система ладони. Ой, ладони — это что? Баллистический сопроцессор повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает оптический имплант с системой оружия, позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Оптика Кироши улучшает зрение. Улучшает зрение. Давай. Все полученные импланты можно установить или продать в любой клинике Рипера. Окей. Ладони. Баллистический сопроцессор. Давай. Откуда он вообще взялся, этот процессор? Так, а еще что-нибудь у меня есть? Блядь, титановые кости! Твою мать, ты чего? Увеличенный груз подъема на 20%. Блядь, как это титановый? Лобная доля. А, у меня денег нету, я бомж. Ну, титановые кости поставим, таскать лута будем больше. Так, закрыть. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. А, лицо смазывает. Прикольно. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. И он сейчас это типа глаз вот это вырежет, да? Давай, клади свою руку. Положить руку. Это пода. Фу, ёпкую мать. Молодец. Сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Как будто я у стоматолога. Да, наверное, тебе так. Тебе что, прямо в подробностях? Ты говоришь как стоматолог. Они тоже все озвучивают. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Ты скользнешь? Как он ей все кости поменяет, я не знаю. Спрашивайте. Сейчас будет темно, не пугайся. Да? Так. Все еще темно. Товарищ. Так. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ой. Ну, поначалу может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? В графике ничего не изменилось, только размытое. Не впечатлило. Ну, бывали изменения и посерьезнее.
Потерпи. Ехать, там что-то с рукой происходит. Сканирование людей. Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы сможете узнать о нем много полезного. Насколько он силен, какое оружие и так далее, да? Опытному нейтрану также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека, окей. Приживет. Проверь. Зажмите тап. Гражданский, устойчивость. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но... Но это у меня и так работало, нет? Сразу мало что получится. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Угу. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Так, хорошо. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Теперь вам доступны сведения о людях, за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвым, поэтому судьба зависит только от вас. Окей. Тебе понравится. Ига, что с рукой сделали? Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. А-а-а, вот оно в чем проблема. Ну-ка. У меня просто не было модуля на счетчик патронов, понимаете? Не было. Не было модуля, конечно. Спасибо, Вик. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Блин, я думал, это мой прошлый глаз. Давай. Встать. Спасибо, обожаю тебя. Ага. Обосрались? Я не знаю, в чем именно они обосрались. Я пока не нашел... В чем они обосрались, кроме того, что там машины проваливались под текстуры, но это не проблема такая уж большая. Не забывай, старика, когда выйдешь. В остальном все как бы по кайфу. Вы бы мне лучше, сука, сканер для глаз сделали, чтобы я предметы видел. Вот это вот. А вон, вот смотри, светится, ля. Старый пластиковый противогаз. Ладно, хрен с ним.